Наступило утро, и мы готовы сделать сегодня опасный трюк в Лос-Сантосе. Всем здорово, друзья! Наш тач готов, и готов я отправить уже к стадиону, чтобы там сделать трюк. Сейчас у нас 6 часов утра, практически 7, и буквально уже осталось чуток, и мы готовы сделать этот трюк. Мы наш тачку уже отправляем к стадиону, нужно будет закупить C4 и шокер. Ну, конечно, понятно для чего, чтобы тачку рвануло, а шокер, чтобы завтра нам ехать уже работать таксистом и наказывать опасных клиентов, которые у нас постоянно сбегают. Хорошо, погнали вооруженным. Нашу тачку уже отогнали, ее даже не видно уже. Как быстренько отогнал. Прикупим, наверное, C4 и прикупим шокер. Так, можно, наверное, отсюда и слететь. Ух ты, да! Маленько может сделать трюк, маленько размяться и по встречке. Погнали прям по встречке. Да, сегодня, детка, будет очень интересный день. Сегодня я стану известный. Либо я окажусь просто на кладбище. Кто его знает, где я окажусь. А может, даже и не доеду до стадиона. Уже прям здесь нас собьют. Как красиво нас сбили. Хорошо, наши спонсоры постарались и сделали все даже очень красиво. Сейчас я покажу, друзья. Я попросил поставить дирижабль гораздо выше. Его теперь видно просто с центра города. Так нужно остановиться и посмотреть. Вот наш дирижабль, и видно эту рекламку просто даже отсюда. Здесь реально очень далеко, и реально очень круто будет. То есть зрителей будет очень много. Ребята, не сбивайтесь. Сегодня я буду уже каскадером. Да, мы и каскадером будем, и дрифтить. Слушайте, как поехал прям по встречке, что ли? Ребята, это было красиво. Это же было жестко и красиво. Все в порядке. Главное, чтобы мы не облажались уже на месте трюка, потому что если облажаемся, там будет телевидение, и больше ко мне никто не придет. Ну, в принципе, можно спрыгнуть даже, а нам прямо ехать. Ах, давай-ка, наверное, спрыгнем, будет довольно красиво сделать такую сальтуку еще. Ух ты, да, довольно неплохо. И можно даже кувырок сделать, не получится. Хорош, хотя бы на колё, прям на машину. Неплохо, чертовски было неплохо. Хорошо, погнали в оружейный. Так, отметку я же поставил, но хотя я знаю, оружейка есть у нас тут поблизости. Нам нужно подняться на мост. Где-то прям возле бензоколонки есть у нас оружейная. Да, точно есть. Так, секундочку, тормозим. Как резко тормозит. Хорошо, прикупим RC4, шокер, и уже поедем на место трюка. Сегодня на трюк. Интересное будет шоу. Хорошо, быстренько закупаем можно, потому что уже пора ехать нам на трюк. 12 часов ровно у нас будет трюк. Главное не опаздывать. Здорово, чувак, нам нужно пойти C4 и возьмем шокер. Так, есть не контактно, а есть у нас 360 баксов. Да, это все дело траты. У нас 2000 баксов, в принципе, неплохо, можно купить. И погоди, нам нужен, по идее, шокер. Так, ушки, пушки. О, 90 баксов, как дешево. Дешево и сердито. Кстати, даже можно прикупить расцветку. Такой розовенький. Прикольно, нужно куда-то что-то такое серьезное. Потому что, чтобы клиенты пугались, нам нужно... Можно, в принципе, и весело. Баннер вот такой у нас. Золотая расцветка, красиво. Хорошо, чувак, приходи сегодня на шоу возле стадиона. Если у тебя, конечно, будет выходной. Погнали, осталось буквально пару часиков. Нужно посмотреть, как все сделали. Спонсоры доделали. Мои замечания поправили. И погнали на стадион. Ух, детка, сегодня будет жаркий день. Надеюсь, сегодня не будет дождя. Сегодня будет солнечный денек, и сможем показать красивое шоу. А дирижабль отсюда даже видно. Реально видно, подняли его выше. Второй дирижабль, блин, идея у нас чуть ниже. Можно даже подпрыгнуть и увидеть. Да, его видно же при прыжке. Его видно и отсюда, но это в прыжке. А вот самый высокий видно даже в центре города. Ух ты, да, это красиво. Это было замечание, и мы его поправили. Не получилось сальтука, ничего страшного. Мы сегодня сделаем очень красивое сальто. Какую-нибудь реально нужно сделать красиво, чтобы зрители сказали: «Вау, вот это крутой чувак!» И я еще раз приду на это шоу, на другое шоу, и позову своих друзей. Это будет зрелище. Но мы видим стадион уже. Кстати, можно даже сделать опасный трюк прямо здесь. Нас, главное, бы не сбили. Ну-ка, посмотрим. Вот так. О, не получилось. Я хотел прямо на мост. И прям через мост. Нет, через мост, конечно, очень далеко, я не смогу. Хотя, если я прикуплю мотоцикл себе, реально гоночный мотоцикл, я смогу сделать такие трюки. Ну, нужно же реально, что интересное шоу. Можно же сделать прыжки через вертолет. Это будет очуменно смотреться. Но, конечно, если я попаду на лопасти, меня просто размотает в клочья. Так, я не вижу. А вот дирижабль вижу, значит, именно в ту сторону. Очень, кстати, помогает ориентироваться, куда им нужно именно ехать, потому что именно над дирижаблем находится мое шоу. Сейчас подъедем.
Это будет нечто сегодня. Да, вижу стадион на карте уже. Ребята, едьте на шоу. Сегодня я покажу вам красивое шоу. Будет зрелище, будет взрыв и будет эпично все. Детка испугалась, на нее мы не упали. Ну что, мы подъезжаем, посмотрим, сколько собралось зрителей. Буквально пару часиков, и наше шоу начинается. Feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. I've been praying for the rain to fall, wash me down. So I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. And nothing is changing. Please help me up. Don't shoot me down. My third, second chance. But this is true romance. Help me up. Don't shoot me down. My third, second chance. But this is true romance. I've been praying for the rain to fall. И вот мы на месте, друзья. Ух, сколько собралось зрителей. Очуметь, есть зрители, будет шоу. Телевидение уже работает, много охраны, полиции. И довольно сделано качественно, мне нравится. Играет на гитаре, разогревает народ. Ребята стоят, охраняют, чтобы никто не подошел к машине и ничего не сделали. Нашу тачку пригнали, ее уже заминировали. И она готова разорваться в разные стороны, чтобы показать красивое шоу. Я буду по ходу спускаться с лестницы, садиться на BMX, сделаем круг почета и уже будем делать опасный трюк. Хорошо, проверим все службы, пожарную, скорую помощь. Катафалку, надеюсь, убрали, потому что мне это не очень нравится. Мне главное строится на позитив и что останусь живых и все в порядке со мной будет. Полиция, пожарные работают, ребята стоят, курят и все-таки катафалку не убрали. Ребята настроены даже, чтобы не отправить в морг. Да, конечно, я еще неизвестный, потому что неизвестно, что со мной станет. Возможно, я отправлюсь в морг, а возможно, просто я стану известным. Все в порядке. Мы пока что обычный человек, мы неизвестны, мы просто проходим, смотрим, нас не узнавают. Но, думаю, в будущем нас будут узнавать и нам просто не дадут прохода. Да, именно с этой лестницы я буду спускаться, уже BMX на месте. Мне осталось только подняться наверх и уже показать лицо народу, то есть показать себя. Телевидение снимает, некоторые на телефон и отправляют в Инстаграм, делится с друзьями. Полиция работает хорошо, все сделано, никто там не ходит, ограждение везде есть, так что можно, в принципе, и уже и начинать. Так, ну что, поднимаемся на лестницу, и шоу у нас начинается. Я уже готов выйти зрителям и показать себя, но я очень сильно волнуюсь и переживаю, как все произойдет. Хорошо, мы выходим уже, нас уже ожидают зрители. И, друзья, вот и я, тот чувак, который будет делать этот трюк, и я уже буду немного популярнее. А вот наши поклонницы, походу, это реально круто, меня снимает даже. Хо-хо-хо, это довольно зрелищно. Хорошо, мы садимся на BMX, меня пофоткали, мы готовы сделать круг по отчету и уже стартовать уже. Сделать этот трюк и наконец-то уже срубить денег. Девчонки, ждите меня, скоро я буду ваш и вы будете моими. Да, сегодня будет наш день, сегодня у нас будет опасный трюк и уже скоро будет ровно полдень. Ровно в полдень у нас будет опасный трюк. Сколько машин приехало? Походу приехали еще зрители, они подъезжают все больше и больше. Хорошо, круг по отчету.
И давайте же покажем красивое шоу, потому что зрителям нужно красивое, зрелищное и, главное, эмоциональное шоу. Тогда на нас еще раз придут смотреть и еще раз. Ну, друзья, мы готовы начать это шоу. Ну что ж, начинаем.